Что делать, Рит? Привет, народ! Всем hello! Я имела в виду, что ты убираешь авторские права. Привет! А здесь стоп или... Нет, тут yield. Урок английского. Уступи дорогу. Едем в дурацкое место. Сегодня моя роль обсирать его, а Рита будет говорить, смотри, как прекрасно. Потому что я дурацкая, поэтому. Нет, потому что она дурацкая. Короче, искали заброшку, были варианты. Были варианты, не варианты для сегодняшнего дня. Потому что нам бы, так, по-быстренькому, не очень далеко и без ареста на 30 суток. У нас нет времени просто на это. Да. Было бы время, так окей. Вау, девки, смотрим. Да ну. Да нормально. Да ну. Нет? Пузо такое трясется. Она всем плюс успела рассмотреть. Я вообще вот туда смотрела. Что сказать-то? Очень вкусные штучки. Амбассадор. Нормальные люди. Так в воскресенье, так в церкви все уже молятся. А в воскресенье с 10 церковь, я уже знаю. А церкви молятся 3 июля? А что такое? Сатанинский день, что ли? Вот и все. Прям выключать? Ну что, Настя, как жизнь у тебя? Машину покупаешь? Просто мне нужна вторая машина. Одна. Линкольн белый хочешь? Покупали за 5, продавать будем за 8. Правильно. Такой бизнес. Цены выросли. Да. А мы на кладбище пойдем? Конечно. Это настолько все заброшено, что... О, смотри. Рит, спасибо, что ты привезла меня. Я ради этого в 8 утра в воскресенье встала. Ладно, вот оно. One way. Лэнсфорд канал мы приехали. Ой, как интересно. Да, это твоя роль сегодня. Park hours daily to dark. Oh my gosh. Давайте сделаем потемнее. Мне нравится это расписание. Хотя бы вот так вот. Более драматично. Что ты сделала? Darker. Знак. Рит, мы вот так медленно будем ехать, да? 15 тут, мы едем 25. Страшно, тебе полиция тут стоит, наверное, ловит таких нарушителей злостных, которые 25 едут. А вдруг у меня регистрация? Так, today's river condition. Девочки, пистолеты нельзя. О, вот тут надо форму заполнить. Рит, ты сейчас... Опс! Все четко. Я не поняла, мы должны заплатить что-то? Походу, да. Это конвертик, чтобы деньги положить, что ли? Да. А, и вот туда его. Итак. Положили деньги. О, тут живет кто-то. Приехали. Заброшенный канал. Детская площадка стоит новая. Все самое в мире заброшенное. Хоть фильмы снимай. Рит, да какое место прикольное. Я тебе говорила. Нет, говорю, какую-то покажу тебе. Там, блядь, будут стены кирпичные. Поехали, покажу. Я все-таки надеюсь, он туда дойдет. А вы посмотрели, да, карту? Да. А вот в этом место. Нет, такая вот хижина, не знаю, в лесу. Так вот она стоит, бери, доживи. О, купаются прям. Прям коряшки такие, прям как будто... Хотят, чтобы мы тут пофотографировали. Прошло 20 секунд, а мы пришли. Я что я не взяла компас. Блядь, вон мост один. Прям уж... Смотри, был канал. Хлопок возили, небось. А, вот вот оно как было. Ну, я так думаю. Прям, ты представляешь? А что случилось потом?
Версаль, да. Короче, нам нужно пройтись по мостику и спуститься туда. Блин, нет, там мокро, Настя. Угу. Там вообще не сухо. Саш, переводи. Подожди. Игра «Найди паутину». С утра был туман, и все паутины так видно было. Ага, я видела у тебя в сторис. Смотри, Ля, собирает свою всю паутину, все, что нажито. А где он? Он вниз ушел. Ё-мать, куда, Рит? Рит, ну где он? Что тут? А вон какой большой паук, видите его или нет? Нет. Вот он. Я не вижу. Да вот он. А, да, да. Ну пусть сидит, господи. Ань, змея. Нужно веточку взять и перед собой махать. Охренеть. Ой, какая красивая. Ой, дверь. Да ну, блин, я не пойду больше дальше. Да ладно. Ты туда идешь-то. Так думаешь, по этой стороне прям нету? Боже, какая она идеальная. Прям нету. Ну, почему-то не... Пойдем, что за ерундой ты заниматься? Прям вот, блин, приехали в лесу пауки. Вот это открытие. Слушай, они идут впереди, собирают всех пауков. Я буду замыкать колонну. Аня, нужно вот так вот. Это, накрест сделай животворящий. Рит, хоть бы одна змея была, что ли. А я думала, не кури с утра. Кто это был? Где? Пошли, это комары. Останавливаться вообще нельзя. Ты слышала? Чё? Звук. Какой? Саша слышала. Чё? А вдруг кого-то похитили, знаешь, такие истории? О, знаем, конечно. Их такие в лесу. Их так вон там выкапывают, потом к ним приходят, а иногда не приходят больше, они там умирают. А вдруг это нас просят о помощи? Ты слышишь? Да! Я тебе говорю. Так потому что и нам не слышно просто, а она долбит чем-нибудь в трубу, где-то должен быть... Это здесь. Да это змея. Who's there? Это здесь. Это вот здесь. Кому-то надо спустить, нам надо разделиться. Давайте из рубашек сплетем канат и спустим Настю туда. Точно, Настя. Что это? Ты слышал? Они переговариваются. Да. Не трахать, я думаю, как дураки их стоим. Азбука морда. Ну нет, это жаба, конечно, скорее всего. Да когда ты жабу такую видела? Слышала. Такую. Смотри, они... четкое сердечко эти листики. Как это? Как струна? Ты видишь? Ну, прям четкого не вижу. Ну, прям вот сердечко. Дурацкая такая. Накинуть что-то? Точно. А, вижу сердечки. О, какие красивые сердечки. Нет, нам надо туда спуститься. Струна. Может, мы можем просто уйти? О, смотри там. Кругикой. Кто ты? Она хочет совокупляться, но не сильно. Итак, нас осталось трое. Блядь. Ань, помолчи! Видите, никого нет. Мы разделились, как и хотели. Пришла Аня, а за Аней следует мужик. Один на четверых. Давайте под нос спрячемся и напугаем его. Ой, давай, хоть какое-то веселье. Дураки пришли, говорит, поехали в заброшку. Нет, пусть за нами идет хоть какое-то веселье. Блин, да прикольно, да? Сейчас мы выйдем в встречку.
Порталы нам рисуют. Где паутина? Ну, это гусеница. Это не паутина. Да, это гусеница. Ни одной змеи нет. Кроме нас. Ёлка. Ань. Смотри, ну посмотри, какая красивая. Сидит, она на нас смотрит. Белка, хоть бы койот вышел. А грибы есть? Пока что ягоды, ладно, мать? Давай. Давай, открывай рот. Еще раз, попытка номер два. Поймать лучше ягоды. И судьба. Интересно, это куда мы дошли-то? Мы чуть-чуть прошли. А чем мы не пошли дальше? Потому что мы ехали на запрошку, а приехали в лес, Ань. Я иду, машу, я все равно вся в паутине. В основном ноги в паутине, да? Нет, у меня руки почему-то. Вот он, смотри, смертоносный. Вон он побежал наверх. У него домик есть, видела? Скрутил себе листик. Ты видела, вот у него домик, вот он в листик. Свернул его. Так он туда забежал, у него свой домик. Он прям знает, что делать. У него когда дождь, вон туда прячется. Короче, 100 лет назад здесь было орлиное гнездо. По этому поводу здесь поставили табличку. В 90-м году было. Потрясающая история. Очень сильно заброшенный канал, но как минимум после 20-го установили эту скамейку в честь мастера-натуралиста. Традиционно. Или традиция? Ну какой, не наш букет, конечно.